и недоволен, конечно, тем, что затягивали сроки выполнения. Было много вопросов по качеству, и мы заставляли переделывать, потому что, ну, подрядчики сначала сделают, потом, ну, как тот же Партизанский проспект, да, люки сначала закатали, вообще их не видно, потом раздолбили, потому что водоканал требует, и появились ямы, и затем мы заставили полностью на бетонных плитах уложить люки, закатать, чтобы были люки, не было ям, и чтобы они не проваливались, при, когда большегрузный транспорт ходит. И по сути эта технология впервые применена. Вот по люкам на заводе теперь заказывается большая плита, в ней заводским способом сделан люк, который позволяет, значит, быть, ну, прочным, не проваливаться там, при проезде большегрузного транспорта. И в результате дорога будет работать дольше, дорожное покрытие не будет разрушаться.